Индия изменила свою монетарную политику в сторону инфляционных показателей. Добрый день, с вами я, Моника Гибсон. Вы смотрите пресс-обзор за понедельник. Правительство страны и Центральный банк установили целевой показатель по потребительской инфляции на уровне 4% на финансовый год, который заканчивается в марте 2017 года. Есть также возможное отклонение показателя плюс-минус 2 процентных пункта. В заявлении было сказано о следующем. Целью денежно-кредитной политики Индии прежде всего является ценовая стабильность. При этом важное значение имеет рост экономики. Данное решение знаменует собой большие перемены в монетарной политике Индии, начиная с того момента, как экономика этой страны появилась около 2 десятилетий тому назад. В прошлом году Индия зафиксировала самый максимальный уровень инфляции среди азиатских стран. Что же касается самого соглашения, один из ведущих аналитиков Мумбаи сказал, было много спекуляций вокруг того, будет ли правительство Индии оказывать давление на резервный банк и требовать снижения ставки процента. Я полагаю, пока что эти опасения останутся позади. В данном соглашении также говорится о том, что Центральный банк Индии должен опустить уровень инфляции ниже 6% до января 2016 года. На фоне этих новостей был отмечен восходящий тренд на рынке акций Индии. Был зафиксирован месячный максимум. Между тем, валютный курс индийской рупии снизился. Также медвежий тренд доминировал на рынке облигаций. Эксперты ожидают на то, что по курсу рупии в течение дня будет превалировать боковой тренд. Между тем, поддержку может оказать положительная динамика азиатского рынка акций, которая, в свою очередь, была вызвана снижением ставки процента Китая. Оставайтесь с Двукоскопи ТВ, и вы будете в курсе всех событий валютного рынка. На сегодня все. До свидания.